ソ連からイスラエルに越してきたスター声優夫婦、夢の移住生活のはずが、まさかの波乱万丈。Требуются женщины с приятным голосом на высокооплачиваемую работу. Чудат манахнул сотво. Ешь ли кулер бы? Мне 22 года, и я девственница. Не об этом сейчас разговор. Мужчина только потому, что она женщина. У меня было время подумать, как стать хорошим отцом. Ты не поверишь, кто это. Этот фильм сейчас идет во всех кинотеатрах Израиля. Куча алимов хотят его посмотреть. Лично я в тюрьме сидеть не собираюсь. Почему я рад? Просто не понимаю, почему обязательно по ночам продавать. Мы с тобой говорим, я чувствую себя... Я хочу с тобой. Каждый фильм – целый мир. Мы с тобой даем людям возможность посетить эти миры. Я тоже хотела, чтобы моя жизнь была целым миром. Наша жизнь вместе тоже ничто. Но я так устала от тебя за все эти годы. 人生山あり谷あり。Я хочу, чтобы ты и я, я хочу, чтобы ты работал со мной. Фемини, это то, что нам нужно. Мы интеллигентные люди. 映画を愛し、映画に愛された夫婦のたどり着いたエンディングはいかに？声優夫婦の甘くない生活。